And they are ready to do the whole night this night, because they were actually almost the whole night this night, and they are ready to do it without training. Или что, или просто чтобы проверить, что люди ходят себе. Ну, вообще, всем вот пока что решили, говорили, что Коле как бы не надо, у Коле лучше всего, а так он тренировался. Давай, давай. Окей, let's do it. Нет, поломали тебя? Нет, никогда не работали. Everything is okay, but we have more chance to accept the whole night if he has some training during the day. Okay, у нас больше шансов, что он всю ночь будет, если он днем потренируется. Because this is the accumulation of hours that make that it. Это ну аккумулируются часы, и это очень важно. И это будете делать живы. Мама, мама, да-да-да. Потом как это сказать, успокаивает. Already. Can you just explain to Daniel that it's not to be boring with him, it's just to have some more hours. Like someone who wants to learn bicycling, it is better to have hours and hours bicycling before bicycling alone. He has a lot of saliva right now. He feels a lot of just saliva. Right now? Ну, прямо сейчас ты чувствуешь, да, ничего много right now, he felt it. He can swallow with water. But посадить, чтобы он глотнул хорошо. Maybe he should sit down and Yes. But as with water and without the mask. Без маски, водичкой. Нет, сказал, что уже все ок. He says that it's okay now. That he has followed it. Да, я не успела перевести. Профессор Тусен говорил, что, ну, чтобы ты понимал, что как бы вот чем больше часов там днем, тем больше шансов на ночь. То есть мы не просто тут тебя понапрягать пришли, просто профессор знает, что, ну, так должно быть. И это вот как, например, ты учишься кататься на велосипеде. Чем больше ты потренируешься перед тем, как сесть на велосипед и поехать, тем лучше. Сколько времени? How much time? Let's say until 5. Till 5. Ну, часик. 55 минут. One hour. One hour. And if he can close his eyes and be relaxed. Чем больше ты расслабишься, тем будет лучше. Сейчас мы идем, свет выключен, глаза закрывай. It will be very silent. Наверное, да? Yeah. The same.